Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Ну вот, у нас сегодня уже середина октября. Чуть-чуть стало потеплее. Заморозки отошли. Уже ночью сколько я сейчас ехал? 3 градуса тепла. Я это говорю к тому, что я надеюсь, что я сейчас приеду и не будет там льда. Потому что у меня что-то было такое ощущение, что там будет лед. Но сейчас вот несколько дней потеплее, сейчас на улице идет дождь. Вот. Все-таки решил я еще разочек сходить в свой затопленный лес, посмотреть, как там будут дела, что там у нас. Вот. Очень мне, ну прям вот горю желанием посмотреть, что там будет. Вот. Рассчитываю, честно говорю, на налимов. Ну а что будет, то уже увидим. Вот. Медведей сейчас, я думаю, нету, все уже спят. Ну, сейчас пойдем по лесу, посмотрим, что будет. К сожалению, да, я вот опять еду один. Вот. Это очень грустно. Вот. Но ничего страшного. Вот. Охота пуще неволи. Ладно, все, ребята, идем. Потому что время уже 10 часов вечера. Мне еще идти по лесу. Вот. Еще обратно. Вот. Так что, а завтра я еду, наверное, за блеснами пойду. Поныряю. Да. Посмотрим, что у нас с блеснами будет. Тоже подготовился получше, чтобы удобнее было идти. Разгрузку на себя одел, взял такой рюкзак, туда сложил все вещи, ласты, ружье, камеру. Так что будет идти теперь проще по лесу. То я в прошлый раз еле дошел, очень тяжело. Так что все, идем в путь. Фу. Так что идем. Фу, напряжно, конечно, идти, жарковато. Фу. Ну ладно, еще где-то метров 400 осталось. Ну и дойдем, я надеюсь. Налимы меня должны сегодня вознаградить. Может, пару кумжечек бы встретить. Ну ладно, что будет, что то будет. Если ничего не будет, я тоже не расстроюсь, честно говорю. Поплаваю, посмотрю еще раз, как сказать, руслы там и все остальное. Ямки всякие, где рыба может быть. И все. Так что разведка боем сегодня крайняя, наверное. Больше я сюда уже не поеду, в следующий раз только зимой. Дошел я до затопленного леса. О, водичка какая. Да. Так что все, до воды добрали, живы, здоровы. Сейчас будем переодеваться и пойдем в воду нырять. Ну, не переодеваться, а будем ласты, маска, трубка, ружье и в воду. Рюкзак оставим вот здесь, под кустиком спрячем и пойдем. Как я все-таки и говорил, лед уже встал. Но ледик есть. Какой. Надо идти, наверное, в другое место искать. Что во льду плавать неинтересно. Блин, обидно. Такой. Лед уже достаточно серьезный. Фу. Ну,
все, рисковать уже не стоит. Так я пробовал, продевал рядом. Лед уже вот такой серьезный, крепкий, наверное, пол сантиметра. Поэтому все, плывем обратно. Затопленный лес для нас закрыт сегодня. Ну, решил я перейти еще в одно озерцо недалеко от затопленного леса. Ну, сейчас посмотрим, что здесь будет. Поплаваем, увидим. Тому, конечно, немножко жутковато по лесу ходить, вот, ну ничего страшного, осталось, наверное, метров 300, и я уже буду в машине, ну а там уже подведем итоги по сегодняшней охоте. Ну все, дорогие друзья, закончилась сегодняшняя подводная охота, я не знаю, идет дождь, вот, попробовал я в озере еще поплавать, вот. Но, к сожалению, ничего я не встретил, ни налимов, ничего. Вот. Было несколько кумжичек маленьких пробегал, или форелек, и все. Так что в затопленном лесу особенно не получилось из-за льда. Так что все. Но все-таки я взял сегодня одну кумжечку. Очень уж захотелось бутербродиков. Вот. Со слабо-солененькой кумжей. Очень невкусные. Вот такая кумжечка. Одна, ну сколько она, я не знаю, грамм, наверное, 400, может, да, где-то так. Вот рука, вот такая она. Сделаю я из нее бутербродики слабосоленые, и будет очень вкусно. Ну а так, ребята, все, всем счастливо. Вот, всем пока, не забываем подписаться на канал. Все, ребят, удачи.